Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев совершили 61-й выход в открытый космос. Их целью была подготовка манипулятора «Эра» к эксплуатации на российском сегменте МКС. За время работы космонавты развернули копию Знамени Победы на модуле «Наука». Такую идею в преддверии Дня Победы озвучил космонавт Роскосмоса Олег Артемьев. Его инициативу быстро поддержали на всех уровнях. Для Артемьева это уже пятая внекорабельная деятельность в карьере, для Матвеева – вторая. И это второй выход из семи по программе российского экипажа. Хороших вам новостей!